Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 53 выполним задание под номером 3. Проставь на ленте времени годы создания и распада СССР. В 1922 году на карте появилось новое государство – Союз Советских Социалистических Республик, или Советский Союз, или СССР. Со временем в состав СССР вошло 15 союзных республик – Белоруссия, Россия, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Латвия, Литва и Эстония. А спустя несколько десятков лет в жизни общества начали существовать различные трудности. В городах и селах люди трудились, надеясь на счастливую и обеспеченную жизнь, но дела в стране шли не так успешно, как хотелось всем. С большими сложностями столкнулась экономика страны. Время от времени в магазинах пропадали самые необходимые вещи. Привычными стали длинные очереди за товарами. Иногда приходилось стоять в очереди несколько часов. Все это вызывало недовольство населения. Все усилия руководства Советского Союза по налаживанию жизни в стране оказались напрасными. И в 1991 году Советский Союз прекратил свое существование. Республики, входившие в состав СССР, стали независимыми государствами. Самым большим государством, возникшим на территории бывшего СССР, является Россия. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.